Осенний призыв в Иванове начался со взятки. В первый же день сотрудники ФСБ задержали с поличным работника военного комиссариата по Октябрьскому и Советскому районам города Иваново. За 50 тысяч рублей задержанный обещал незаконно изменить категорию годности одному из призывников. Такая легкая нажива для сотрудника военкомата обернулась статьей «Мошенничество с использованием служебного положения». Грозит это штрафом и лишением свободы на срок до 6 лет.